welche Zahl? Четыре. Vier. Typisch ist es. Schreibe die Zahl 7. Also hier pische 9. Welche Zahl ist dazwischen? 9. Zwischen 7 und 9 ist? 8. 8. Okay, schreibe die Zahl 2. Такая красотка, Маша. И schreibe die Zahl 4. Welche Zahl kommt dazwischen? 4. Zwischen 2 und 4 ist? 5. Да. Nach 2 kommt, после двойки, nach 2 kommt? 6. 2. 3. 3. Пиши 3. А это зачем? Wegstreichen. Пятерку. Нет, пятерку. А 4 напиши еще раз. Вот 4. Напиши, да. Теперь schreibe die Zahl 5. 5. 5, да. Еще стоит, напиши здесь. 5. Так, что впереди и что после пятерки стоит? Vor 5 kommt 6. Это nach. Это после пятерки, пиши 6. У вас kommt vor 5. 7. Vor 5 ist? 8. Не, перед пятеркой какая цифра? Vor 5. Перед пятеркой. Когда считаешь, только перед пятеркой напиши 4. Перед. Она перед пятеркой. Давай так. 8. Что у нас здесь стоит и что после? Ну-ка, подумай. Что перед восьмеркой идет? Was kommt vor 8? Vor 8 ist immer? Перед. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Что перед восьмеркой? 7. Пиши. Und was kommt nach 8? 9. Супер. Угу. Так, а если я возьму... Давай... 9. Was kommt vor 9 und was nach 9? 10. Da, 10 nach 9. Und was ist vor перед девяткой? Супер! Машуль, а потом можно сделать так, например, улица. И вот номер один, да, какие по левой стороне, по правой стороне. То есть прыгать через единицу. Это очень сложно, это будет интересно. И витают как эти сейчас красоты.